Всем доброе утро. Продолжаю снимать влоги. Сейчас я иду пешком к зубному. Пешком идти достаточно далеко, 7,5 километров. Но я выхожу специально пораньше, потому что я решила заняться спортом опять. Хотя бы не могу никак себя заставить, если честно, заняться спортом, сесть на какую-то диету, хотя бы сесть на правильное питание. Вот, и я сейчас себя заставляю, но не знаю, получится у меня или нет, потому что начала набирать вес опять, поправилась на 2,5 килограмма за месяц, вот, потому что ни в чем себе не отказываю, все подряд ем, и печеньки, и сладкое, и хлеб, вообще пофиг, и на ночь, кошмар какой-то. Поэтому беру себя в руки, начинаю пользоваться антицеллюлитным кремом, который мне прислали на обзор от фирмы Цептор. Нанесла уже на пятую точку, не жжет, приятный, буду тестить его. Так интересно, только что вышла из подъезда и наткнулась на курьера. И смотрю, у него в руках пакет Pony Express и понимаю, что это мне он несет. Я говорю: вы здравствуйте, вы Жене несете? Он говорит: да. И вот мы буквально с ним чуть не разминулись. Не приставал уже, ничего не писал на стенах. Я не знаю, что там он мне доставил, я потом вам покажу. Сейчас я вставлю браслет и посмотрю, сколько шагов я сделала. Вышла я от Раухана, ортодонта. Опять мне он сказал одну вещь. То, что у меня, в общем, нижняя челюсть, она немного коротковатая. И чтобы вот стопроцентно исправить прикус, сделать улыбку красивой, нужно хирургическое вмешательство, нужно челюсть ему немного выдвинуть вперед. Вот. И так. Для этого мне нужно лететь в Санкт-Петербург, делать операцию, ломать челюсть, потом винтами ее приклеивать, стягивать. В общем, я, наверное, не буду соглашаться на эту операцию. Слишком уж много предложений поступило в последнее время по исправлению моей внешности. Пришла только что домой, распаковала посылку, которую мне утром в руки вручили, но я так и не успела ее развернуть. Я знаю, что это такое. Я буквально 3 дня назад, или 2 дня назад, тут совсем недавно, заказала в Инстаграме у девушки топ себе и платье для дочки одинаковые. Вот у них такой логин, Авишу шоурум, Авишу. В общем, они по Казахстану доставляют, ну не знаю, как в другие страны. Прям запаковали так бантик. Вот, ничего себе. Подарили диск с музыкой, по-моему, ничего себе. Так приятно. Флешка даже Авишу есть. Обалдеть, какие молодцы. Все продумали. Вот, это для моей дочки, я так поняла. Это у нее платье, да. Ой, какое платье. Камера все равно не передает цвет. Цвет намного ярче желтого. С ремешком идет платье. Можно на плечи опустить это платье. И можно руку одну просунуть. Или две даже, по-моему. Да, либо две руки можно просунуть, либо одну руку. Очень прикольно. Я посмотрела на моделях, как мне очень понравился этот топ. У них такие же платья. В общем, для дочки они сшили платье, а я попросила, чтобы мне сшили топ. Такой же топ. Ой. Удлиненный. Вот он. Класс. Сейчас я его померяю. Девчонки, села, перечитываю сейчас ваши комментарии. По поводу моего последнего влога, по поводу моей губы нижней, очень прикольно, конечно. Спасибо всем, кто меня поддерживает. На самом деле,
очень-очень приятно читать такие комментарии. Пока моя дочка в садике, я тоже по нему хожу. Именно таким образом я ставлю его под раковиной, ну, то есть в ногах вот здесь, и мою посуду. Пока мою посуду, я на нем стою и массажирую свои ноги. Очень полезно. Совмещаю приятное и полезное. Этот коврик я купила в ортопедическом магазине, но вот где обувь продают. Я думаю, что много таких магазинов по городу. В принципе, там эти все коврики есть. Там разные есть коврики, но я себе такой выбрала. Всем привет! Я сейчас еду на маникюр, на педикюр с гелевым покрытием. У меня сегодня такой бьюти-день. А потом, после маникюра и педикюра, я еду на наращивание ресниц. Последний опыт наращивания ресниц у меня был отрицательный, но это было лет 7 назад, мне кажется, даже больше. Да, лет 7 назад. Ребята, я вот сейчас еду, и играет эта песня. У меня прям слезы наворачиваются, потому что вот вчера буквально, или позавчера, умер Батырхан Шукенов. И давным-давно умер Мурат Насыров. И я сейчас еду, играет эта песня, где они вдвоем поют. И не знаю, мне прям слезы наворачиваются, потому что, ну, это просто потрясающие люди были. И мне так, если честно, так грустно стало, я прям остановилась. В серых каплях дождя все пустое пролил, чисто вымытый день за прозрачный стекло. В этот раз у меня очень обычное покрытие, спокойное, без дизайна. Надоело мне как-то с дизайном ходить, захотелось просто телесного такого цвета, натурального. Я приехала наращивать ресницы. Мои ресницы, в принципе, неплохие от природы, но я хочу попробовать их нарастить все-таки. Всем привет! У нас сегодня маевка, как говорится, майские праздники, и мы приехали в наш старый дом, где мы раньше жили. Не знаю, пожарить шашлыки, сделать плов. Приехали наши друзья, и, в общем, у нас здесь веселуха, очень интересно. Майский день, прекрасная погода, очень весело, здорово, классно. Сегодня мы будем жарить маршмеллоу на огне. Очень классные зефирки. Это американская штучка такая. Зефир, который нужно жарить на костре. Друзья, что касается моей странички ВКонтакте, так у меня уже 10 тысяч человек в друзьях. Я не могу добавлять новых. ВКонтакте сделал так, что больше 10 тысяч нельзя добавлять друзья. Поэтому все вот ваши заявки, они висят. Я немного недавно подчищала друзей, которые я удаляла из друзей вот таких людей, у которых удаленные страницы или заблокированы. Я почистила, на их место я добавила новых друзей. Хочу закончить этот влог, и я сейчас сижу, завтракаю. Посмотрите, чем. Убейте меня. Я себя ненавижу за это, но я все равно сижу и ем. Нормально, да? Запиваю все это дело чаем и заканчиваю свой влог. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.